Опачки. Смотри, римская Опачки. Монета. Римская монета, да? Я же говорю, она будет звенеть, как сумасшедшая. Но. Она? Да. Всем доброе утро. Суббота. Еще рань, 6 утра. Да, понимаешь, когда так просыпаешься, поставил будильник на 5, проснулся 4:59. Ну, это уже старость. Биологические часы срабатывают. Запланировал время встать, будильник поставил. Просыпаешься намного раньше будильника. Вот. Год ждали. Вернее, я год ждал, когда распашут поле. На этом поле я много чего интересного находил. Вот Евген уже приехал на него. Евген раньше встал. Не терпелось ему на коп поехать. Вот уже скинул фоточку в печали. Был у него хороший сигнал. Римская серебряная монета, динарик. Но он по нему ударил лопатой. Сейчас веду, вставлю фоточку. Ну, говорит, второй сигнал. Ну вот я собрался и потихонечку начинаю выезжать. Уже машину надо прогревать, несмотря на то, что сегодня 24 августа уже. Но холодновато для машины. Ну что, погнали на римское поле искать римские артефакты. Так, кто внимательно смотрит, вы все поняли. Еду я в сторону Калининграда, вернее, за Калининград. Ну а там уже внимательные, может быть, поймут, куда и что. Полчасика я буду на месте. Может, чуть больше. И вот добрался я до Евгена. Евген уже далеко. Еще догнать надо. Ходят по холмам, ищут динария. Какое их качество? Не очень. При увеличении шестикратном. Далеко, далеко. Ну все, я готов. Включаемся. Настройки простые. В бой. Ну, поехали. Посмотрим, что будет. Вон журавушки кричат. Люди на море едут толпой. Просто толпами. А мы копаем. До жары сегодня покопаем. И до дома. Так, ну не первый из сигналов, но первый из цветных сигналов. Прикиньте. Такой дурак. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Думал, обломок римской фибулы. Это сосок, блин. Вот они. Эти. Вот она дырочка, блин. Что он тут делает, а? И в такой патине зеленый. Ладно. Погнали дальше. Вот пришел к Евгену. Вот он мне свою печаль показывает. Ну, либо он, либо культиватор. Да, она потому что не сильно глубоко была. Вот такой вот римский динарий. Да. Садовая монета. Да, валяется везде. Ну, такие не берем. Больше, чем лемехов на поле. Ну что, сейчас другую найдем. Попалась вот такая красивая штучка, застежка. Сейчас я ее очищу в патинке благородной. Ой. Ой. Так, вычистил я. Евген снимал, как чистил на его канале. Можете посмотреть. Оп. Так. Где солнце, солнце. Вот оно, солнце. Вот такой вот узор. Тут вот еще снизу две дырочки. Это вот как подвеска. А здесь цемент. Почему цемент? Просто лежало на кирпиче.
вывалилась. Я еще не видел. Так, фокус поймала. Поймала. Чистим. Ах, 10 спиннингов. Ну. Ладно, пусть будет 10 спиннингов. Тут, блин, трояк нашел. Сейчас он открою. Что тут у меня? Вообще, бронза вот в такой вот красивой пати не попадается. Ну, пока пуговка такая, оловянистая бронза. Вот три фенинга нашел, но они мертвые, уже даже стерто все. Ну, и вот пока десяточка цинк. Ну ладно, пусть будет. Пока вот так. Евген ходит. Где-то вдалеке. Плохо закультивировали. Стоит стерня. Ходить плохо по ней. Местами хорошо, местами плохо. Евген подходит. Устроил энергетический перекус. А ты что нашел? Ничего не нашел. Евген говорит, у него супер сигнал. Я прям вот не знаю, прям он приятный. На сколько возьмешь? За 200 дорого. Ты послушай. Вообще просто огонь. Ты послушай. Дорого? Нет, за 200 не меньше. Ну давай. Берешь? Беру. Забирай. Ну выкапывай. Бабки давай. Это какая-нибудь шайба, блин. Все, давай я найду. Вот здесь. Ох, банк консервная. Опачки. Смотри, римская опачки. Монета. Римская монета, да? Я же говорю, она будет звенеть, как сумасшедшая. Но. Она? Да. Подожди, ну такие надо кадры запечатлеть. Поставь пока на паузу сейчас, фоточки сделаю. Это, я даже угадаю, что это Фаустина. Бля, за 200 рублей Фаустину купил, вообще нормально. Сейчас Женя отфотографирует, пока паузу поставим. И просто вот в комке что-то большое, круглое. Пашка довольно сидит, говорит, за 200 рублей что-то купил. Да Фаустина по-любому. Будем расчехлять? Давай. За сколько ее откроем? А еще за деньги открывать? Ну давай посмотрим. Мне кажется, это не монета. За 1000 подписок. Потому что здесь вот так. Фаустина, это просто кольцо медное. Зато какое. Ну да, старенькое. Блин, оказалось, да, как будто это римская монета. Да, да. Ту-ту-ту. Мой размер. Нормально. Болтяра. Блин, ну реально по римской монете оказалось. Да. Попалась вот такая вот штучка бронзовая. Это накладка. Крепилась она, возможно, к доспехам бронзовая, либо это украшение. Ну, это что-то из древнятины. Вот так. Лучше будет видно и понятно. Ищем дальше. Еще хочу показать одну находочку, достойную коллекция. Вот такая вот пуговица. Отлита на монете 1 фенинг 1837 года. Монетный двор А. Вот так вот. Бывает, попадаются. Вот кто-то изготовил пуговицу. Ходил, красовался. А вот это приятный медоносный кусок красного металла. Соточка, грамм, нормально. Есть находка. Похоже, кольцо. Ай, обломано. Ну, древнячее кольцо.
которая сжималась, сломана. Печаль. Вот такое. Прогнило за 1000 лет. Ну что, закончили мы коп. Вон Евген тоже пришел. Раздевается. Сейчас покажу, что по находкам. По находкам вот так. Какой-то рисунок, муж отмоется, муж пойму, что тут немного монет. Ну вот и все. Ну и много цветного металла. Очень много. А черного металла даже брать не хотелось. Ну а находки Евгена. Евген вам покажет на своем канале. Так. Видосы сейчас публикую только на Дзене, на Ютубе. Совсем не публикую уже. Что-то он там тормозит. Смотреть его неприкольно уже становится. Жаль, конечно, печаль, но что есть, то есть. Так что подписывайтесь на Дзен. Скоро отпуск. Буду гонять на коп. Много копать. Ездить буду далеко. До встречи.